Всем привет! К нам пришла зима. Чистка снега. Чё, полкан не пролазит? У собак счастье. Лопаты нет, даже совковой. Минус один. Идет снежочек. Вышла погрести. Сейчас здесь граблями погребу. Пошла за граблями, схожу. Здесь уже подмела. Идет снежочек, потихоньку засыпает дорожку. Промела граблями. Зима пришла. Зима пришла. Курицы закрытые сидят. Обещают к выходным. Ну, сегодня пятница. К выходным обещают минус 16. Ну, крещение на носу. Крещенские морозы. А да, как моя крыша выглядит. То, что я покрасила доски, все смыло дождем. Вот так выглядит моя крыша, не покрытая. Жду пенсии, чтобы купить профнастил. Хотели сначала накопить денег, чтобы весной сделать все сразу, но решили накрыть, просто спасти здание от осадков, чтобы не завалилось. Потому что что-то осадков много этой весной. Показать крымскую зиму. Редкое явление в наших краях. Осадков выпало достаточно. Хотя читала прогноз на 24-й год, что будет засуха. Беру грабли. Такие смешнючие. Пошла перед домом доделывать. Бумер с чернышом помощники. Дети первый раз снег увидели в своей жизни. Мне кажется, в том году снега не было.
перед калиткой по грибу. А то если ночью снег еще пойдет, то все засыпет. Ой. Вот где-то так в реальном времени выглядит уборка снега в Крыму. Сейчас тут дорожку почищу. Красота! Красота! А это кто, Рокки, что ли? Рокки? Что за собака? Что за собака тут у нас? Ты кто? Ты кто с цепи сорвался? Нет, это не Рокки. Откуда он взялся? А это Тузик же! Это же Тузик! Тузик! Володя! Это что, Тузик с цепи сорвался или ты отпустил? Ясно. Ну пусть побегают. Всем пока, работаю.